Доступные кредиты для строительных компаний через фонд Госрезерва на модернизацию и развитие. Теперь это возможно, а Верховный Совет поддержал инициативу правительства. Включение строительных предприятий в программу льготного кредитования предоставит им возможность обратиться в банки. Они смогут воспользоваться и получить эти кредитные ресурсы под низкие проценты. На данный момент процентная ставка, которая оплачивается заемщиками, вот по последним выданным кредитам составляла в пределах 3-4%. 3-4% для строительной компании, остальные 7% возьмет на себя государство. Это своего рода поддержка строительной отрасли в целом. По расчетам специалистов, объемы производства должны вырасти на треть, плюс новые рабочие места и повышение зарплат строителям на 15%. Напомним, в Приднестровье работает программа фонда капвложений. Ремонтируют школы, детсады, больницы, поликлиники и другие соцобъекты. По инициативе президента в республике работает программа «Доступное жилье».